Ух ты, а тут большой завал. Причем, судя по всему, достаточно серьезный, но Юнгельс тут. Также из Лотто Сюдаль тут, похоже, Брайан Ван Гутен. Из Ванти гонщик приложился сильнее остальных. Остальные вроде целы. Сандро Морис из Ванти, из Астаны. Это у нас Лоренс де Вриза, кстати говоря. Ну, сейчас, я думаю, нам покажут повтор, как это падение случилось. Ну вот Сандро Мориса подняли все же. За кисти держится. И нога. Пора с правой ногой тоже что-то не так. Давайте смотреть повтор. Но прямо в середине пелотона при практически нулевой скорости это случилось. Но иногда подобного рода завалы бывают еще опаснее. Юнгельс сориентировался очень быстро, вернулся на свой велосипед и понимает, что ему нельзя время терять на подобном роде этапе. Ну а для Мориса, если честно, очень похоже на сход. С ним в порядке все глобально, но вот если говорить о колене, то тут есть какие-то повреждения, да, и мы видим, что